Ну что? Не тот отец, который... Вот они мы, рекламируем цветы. Да, цветы. Что доставка, еще? Доставка 31, как бы готова в любой момент. Также у нас есть модели. Модели, так. Вот, например, Карина, она фотомодель. Очень такая достаточно известная в определенных кругах. Абсолютно так без проблем. Открыты ко всем направлениям. Молодцы, молодцы. То есть это как бы ваша основная профессиональная деятельность, да, девчонка, получается? Да. А вот что вообще здесь за фишка? Здесь собрались ключевые люди проекта «Купи». Вот, «Купи» — это значит «Купи». Купи что-нибудь у наших партнеров и приобрети как бы доступную услугу по сети всей партнерской. У нас можно не только хорошо выглядеть, хорошо одеться, вообще со вкусом. Мы также можем еще что-то крутое спеть, не только спеть. Можем взять, предоставить вам такую услугу, организовать какое-то мероприятие. Феерическое, крутейшее вообще. Это к Максу, это к Максу. Привет. Анастасия, наверное, что-то взяла, сегодня. Да, что-то взяла, у нас выиграла. Она буквально совсем недавно приобрела у меня платье и прямо сейчас, блин, поставила на меня хэштег. Она что-то выиграла. Авторский. Да. Да, без проблем, из качественной ткани все сошьют отлично. Модель Софи Бутик. Модель Софи Бутик. Отлично. Сейчас происходила примерочная одежда. Я, правда, не знаю, почему парень вышел из женского бутика, но да ладно. Мы на самом деле здесь просто... Раздевайся. На самом деле это может быть муза. Размер подходит? Грудину покажи тогда, давай, раз пошел.